Today we'll discuss this very important verse. Сегодня нам предстоит обсудить этот очень важный стих. From the third canto of Srimad Bhagavatam. Из третьей песни Srimad Bhagavatam. 326:44. Третья песня, 26 глава, 44 шлока. So you can repeat. Повторяйте. Буддханам Navaso Vritilakshanam In this chapter, Sri Kapildev is describing the characteristics of all the elements of the universe to his mother Devahuti. В этой главе Господь Капиладев излагает, объясняет подробно все составляющие элементы Вселенной своей матери Девахути. So I request everyone, listen very, very carefully. It will be so helpful and enlightening. Прошу всех глубочайшим вниманием отнестись к тому, что вам предстоит услышать, потому что это даст вам полное прозрение. In the modern day, there are many different types of psychology. В наши дни, в современности, существует много отраслей, разновидностей психологии. Different approaches to psychology, such as cognitive psychology, behavioral psychology, evolutionary psychology, trait psychology. То сейчас появилось много подразновидностей школ психологии, то есть когнитивная психология, психология поведения, психология traits, это как склонность, like openness. Ну, характеристик человека, психология, то есть характера человека. So. То есть разные школы появились. But they all, for their model of mind, they all depend on neurology, thinking that the mind is the product of the brain. Но все равно во всех этих школах они полагаются на идею того, что ум это продукт мозга. То есть они полагаются на неврологию. But this idea that the mind actually is just an effect of the chemical reactions within the brain is very problematic. То есть они считают, что ум это следствие продукт физического мозга, но сама эта идея, она противоречива, в ней много слабостей. It is not at all scientific. То есть она сама по себе не является научной моделью. Because the scientists have identified different parts of the brain which are connected to the experience of color, the experience of shape, the experience of movement, the experience of fragrance, the experience of sound. But they cannot find any way in which all of these parts are connected together, so you experience one picture with many features. То есть уже достаточно давно научные исследования разобрались в составляющих мозга. Они уже знают, ученые знают, какая часть мозга заведует восприятием вкуса, какая часть контролирует зрение, звук и так далее, но никто еще не нашел связующее звено, каким образом это все складывается в одну целую картинку, целостное восприятие человека. На это ответа они не дают. There's no theory, there's no explanation at all of this, so this is called in science the binding problem. Вот эта проблема связующего присутствует в современной психологии, неврологии, потому что ученые не могут дать конкретный ответ. У них даже нет теории, объясняющей, как это происходит, что все эти разные части мозга потом
как-то дают нам целостное восприятие окружающей среды, а не отдельное восприятие. There's another problem that is called the hard problem of consciousness. Hard? The hard problem. That's the name of it in the scientific field. В научной среде называется тяжелая или твердая проблема сознания. It means that there's no theory or explanation how matter can become aware of itself. This is called the hard problem of consciousness. То есть трудная проблема сознания это заключается в том, что ученые не могут объяснить, как материя могла научиться осознавать себя, как она может осознавать. So, even though so many years, so many scientists and so many millions of dollars have been spent researching the mind, but still the truth of the matter is no one has a clue. Прошло достаточно много времени, проведено достаточно много исследований, потрачено много ресурсов на эти исследования, до сих пор никто не может конкретно это объяснить. Because their model is just completely based on matter. Потому что модель их зиждется на материи. Gross matter. На грубой материи. So, if we want to understand our own mind, если мы хотим разобраться в собственном уме, then the mind will not be able to understand itself if there is a revelation from Supreme Lord in Vedas, in Vedanta, in Bhagavatam. Then we can discover the truth about the nature of the mind. Проблема заключается в том, что ум сам себя познать не может. Нам необходимо откровение свыше, какая-то высшая субстанция должна наделить нас этим пониманием, пролить свет на то, как функционирует ум и на его природу. And also adopt the process whereby our conscious self, the Atma, can become disconnected from its identification with the material mind. И следующий шаг — это научиться процессу того, как отделить свою душу, атму, свое истинное «я» от ума, то есть перестать отождествлять себя с умом. At the moment, we see that each person in the world, they are inspired, they are instigated in their activities by the search for sukha, happiness. В данный момент в обществе, да и во все времена, мы можем разглядеть, что люди движимы в своей деятельности поиском счастья. Все ищут сукху. And the avoidance of dukkha distress. То есть вся мотивация заключается в том, что мы ищем счастье и стараемся всеми силами избежать страданий. And this is governing everyone's activities. Это движет каждым человеком, то есть это то, что контролирует всеми людьми. But no one knows, no one can understand clearly. Well, what is this happiness that I'm chasing after? Все хотят, все признаются в том, что хотят быть счастливыми, но никто толком не знает, что это за счастье, которое они так активно ищут. And even if we find some happiness, it is very flickering and temporary. Даже та радость, которая доступна нам в этом мире, followed by suffering. То мы ее испытываем эту радость урывками, мимолетно, и тут же за этой полосой радости следует какая-то черная полоса каких-то неудач или печали. So the general people, they have a pashu buddhi. У обычных людей животное сознание. That means intelligence like animals. Их интеллект подобен интеллекту животным. Completely in the darkness about what is their mind, how, what is the purpose of life. Большинство людей невежественны, они не понимают, в чем их предназначение, их жизни. All their best ideas how to find happiness end up in suffering. И все даже их лучшие идеи о том, как быть счастливым, приводят к бедствиям и страданиям. So it's a very pitiable condition. Это такое жалкое положение вещей. So the Vedas explain that our gross physical body is made of five gross elements. Веды объясняют нам, что наше грубое тело, это плоть, состоит из пяти грубых элементов. That is the element of earth. Элемента земли. Water. Воды. Fire. Огня. Air. Воздуха. And last one is called Akash, or space or ether. Эфира. Акаши. So, in this verse, the definition of Akash, or the ethereal element, is being described. Господь объясняет, что такое Акаш, эфир. So,
In our subtle body, there are also four elements. Наше тонкое тело состоит из четырех элементов. That is manas, mind. Из манаса, ума. Which is just accepting and rejecting things according to past impressions. Санкалпа, винкалпа, принимать, отвергать. То есть он движим прошлым опытом, что-то ему нравится, что-то он отвергает, ему не нравится. And then buddhi, intelligence. Затем у нас есть интеллект. Its functions are identifying, discriminating to identify objects and memory, imagination, sleep, wakefulness, and so on. И интеллект заведует по способностью различать между различными объектами, определять, обозначать, помнить что-то, фантазировать, спать, быть в пробужденном состоянии. Then ahankar. Также у нас есть аханкара. This is the element of ego. Элемент эго. It is a darkness within the consciousness, which eclipses the experience of Atma, the soul, and causes one to identify with all the activities of the mind and intelligence and the physical body. Вот это аханкара, это эго, это не что иное, как сгусток такой темной энергии на нашем сознании, который собой покрывает нашу способность помнить, ощущать себя душой, помнить наше истинное «я» и вовлекает нас в отождествление с грубым материальным телом и своим тонким телом, с умом. Аханкара gives the sense of kartritva. That I am doing. И именно вот это присутствие аханкары, эго в нас, убеждает нас в том, что мы контролирующие, мы действующие. Just like at night, you are sleeping, you are lying in your bed, but in your dream you think that you're going here and there. Why? Because even though the body is at rest, аханкара is still functioning, and you think I am doing so many things. Ночью вы лежите в кровати, вы спите, тело, оно спокойно, но все равно вам снятся сны, что вы что-то делаете, потому что несмотря на то, что тело отдыхает, ложное эго, аханкара, продолжает функционировать и создает вот эти картинки, действия. So the same happens during the day also. Actually, Atma, the self, is not busy. Atma is at rest. But due to ahankar, we think I am running here and there, going on the metro to this place, and then going to that place. И днем происходит то же самое. Просто Атма всегда в спокойствии, она не действует. А нам кажется, что мы постоянно в действии находимся, бегаем, там забежали в метро, вышли на другой станции, пошли, сделали что-то. Нам кажется, что мы действующие. And last element is called citta. Последний элемент тонкого тела называется читта. It is very, very fine. Это уже очень такая утонченная субстанция. And in its pure state, it can reflect there in the pure citta, you can see the nature of your soul, even the reflection of Krishna. И в чистой чите вы можете увидеть свою душу и также отражение самого Кришны. But when the chitta is contaminated by tamagun, the mode of ignorance, it becomes ahankar, and then from that ego all the other elements have come. Но чистота читы теряется, когда на нее влияет энергия невежества, тамас, и тогда уже там проявляется аханкара, который заставляет нас, вынуждает, отождествлять себя с материальным телом и тонким телом. Again and again in Bhagavad Gita and in Srimad Bhagavatam, this cosmology, the nature of the elements, the ingredients of the world in which we find ourselves, is listed and explained again and again. Повсюду, снова и снова, в Бхагавад-гите и в Шримад-Бхагаватам это космология, это наука о творении, о ингредиентах творения излагается очень подробно. To help to awaken our vivek, our discrimination. Чтобы отрезвить нас, разбудить нас, то есть объяснить нам истинное положение вещей. If you are not aware of these facts, these elements, these tattvas, then you become lost in the drama of life, sometimes laughing, sometimes crying, and with the pashubuddhi, понимание вот этих awareness of the average, the cow or donkey. Трезвое понимание, четкое знание реальности вот этих существования, этих элементов, их функции позволяет нам спастись от постоянного участия в жизненной драме. То мы веселимся, то мы рыдаем, страдаем, терзаемся, мучаем и, по сути, живем как животные глупые. So, by the mercy of Guru, we can become awake, we can become alert, we can become aware and become really human, because the animals can have no ability to develop the sense of their self.
distinct from these elements. Находясь в состоянии сознания животного, мы не способны прозреть и осознать свое истинное я. Поэтому по милости Гуру у нас есть шанс. Гуру призывает нас к реальности, пробуждает нас, помогает нам протрезветь, дает нам истинные знания. И в таком уже состоянии прозрения тогда у нас есть конкретный шанс осознать свою истинную природу и действовать на уровне своего истинного я. In Yoga Sutra, the word citta is used for the whole subtle body, so we're going to use it in that sense. В Патанджали Йога Сутрах термин citta используется как обобщающий термин, подразумевающий тонкое тело. So when the citta, поэтому мы также будем использовать when the citta is peaceful, steady and peaceful, then you can feel yourselves distinct and transcendental from this physical world. И когда чита находится в таком спокойном, уравновешенном состоянии, гармоничном, то тогда вы четко воспринимаете себя как свидетелем, просто наблюдающим, отстраненным от этой мирской реальности. Then you become satisfied. И тогда вы чувствуете себя внутреннее удовлетворение, вы становитесь атмара. Брахма бхута прасанатма на сочати на канцати смак сарвешу гуришу бхакти лабхати парам. All desires go away, all lamentation goes away, one feels blissful in that state of realizing I am atma and not this body of mine. В таком состоянии человек испытывает самодостаточность, он просто хорошо, он удовлетворен, он не жаждет ничего, не стремится исполнить, не терзаем никакими желаниями. But when the citta is disturbed, when it is oscillating, modulating, fluctuating, then we identify with the activities of the body and mind. Но как только citta приходит в возбужденное состояние, начинает будоражить, то вы тогда начинаете тут же отождествлять себя с этим телом, желаниями тела, желаниями своего ума. The more peaceful end of the spectrum is called sattva. And when the mind is very busy and fluctuating, then it is called rajas. And when the fluctuations become so intense that they impede each other and cannot function properly, then the mind becomes inert. That is called tamas. То есть вот один экстрим этого спектра состояния полного спокойствия и удовлетворения – это сатва, состояние взвинченности, будоражности и испытывания многочисленных желаний и таких амбиций – это раджас, а то состояние, где чита настолько возбуждена, что уже там все, что уже все там сломалось, там, то есть это как резинка, перетянули ее, она уже провисает. Это тоже состояние тамаса, просто лень и тупость уже такой. Understand? Everyone's understanding? Вы понимаете? То есть это добродетель, благость, вернее, потом страсть и уже просто вот невежество уже. So when the oscillations of the mind are very little, то есть, когда колебания маленькие, колебания ума слабенькие, то вы чувствуете удовлетворение. And when rajas is there, so much disturbance in the mind, then you feel calm, lust. Rajas начинает вас раздергивать, то есть тут же желание, ваша похоть, хочу это, хочу то, и вот это состояние качели. You don't feel comfortable. If I cannot somehow satisfy this lust, I will go crazy. А это очень беспокойное состояние, потому что вот кажется, что сейчас я не исполню это желание, мне конец. То есть вот надо все это пережить, испытать, оно вот важно для меня. And if those desires are not satisfied, then tamagun comes anger. Ну, become что? Angry. And destructive to yourself and others. Если желаний вот этих много, хочу много, но не могу, то неисполненное желание приводит к этой фрустрации, к гневу. И уже тогда мы находимся в состоянии невежества, тамагуны. So, everyone is looking for happiness. Каждый человек находится в поиске радости, счастья. The mind by nature is a minute atom. По природе, что такое ум? Это крошечный атом. But its activities, it expands and has activities. Но он деятельный, этот атом. So, the foundation, the place, the field in which the mind expands and moves, has its movements, is called Akash. И Акаш — это как раз то поле
деятельности, на котором ум работает. Вот это площадка, на которой работает ум, эфир. And that is what is describing this verse. И это как раз Акаша, то, о чем идет речь в этом стихе. So this is the definition of Akash, ether, in which it's Vritti Lakshana means that its symptomatic functions are described. Это описание качеств Акаши. So first of all, Vritti Lakshana, описание его функций. Bhutanam Chitra Dhatritvam. Bhutanam means all the elements, earth, water, fire, air, everything. Это значит все элементы, то есть все группы элементов. The word chitra means a hole. Chitra значит дырочка. Dhatritvam means the quality of giving. Dhatritvam, что способность давать. In other words, the element of Akash, ether, gives a hole, a space, an area for all the elements to move. Chitra, то есть Акаша, вот этот эфир, предоставляет место, выделяет место для всех элементов, чтобы они могли там действовать. It's the element that gives extension to things. Он выделяет пространство и принимает другие элементы. And that extension that it gives, bahi antaram eva cha, is not only the extension outside, but the extension inside of our psychological activities. И тут речь идет не только о внешней деятельности, а также о нашей внутренней психологической деятельности. So we're all familiar with the extension of space through which we are moving, our gross bodies are moving, but our minds also have movements internally, and it is accommodated by the same Akash. То есть Акаш, эфир настолько гибкий, он предоставляет пространство, чтобы мы вот двинули руку, поставили ногу, поставили какой-то объект, да? Это допускает. И также внутренне он допускает действие нашего психологического тела, наших психологических функций. Listen very carefully. If you have any question, you can raise your hand. Слушайте внимательно, если возникает по ходу объяснения вопросы, вы можете поднять руку и задать их. Now, the second function here. Pranendriyatma disnyatvam. Pran means the life air, which is moving in the body, controlling the voluntary and involuntary movements. Prana – это поток воздуха, наше дыхание в теле, которое контролирует наши осознанные, неосознанные движения. Our prana is controlling our movements of the blinking, то есть движение, breathing, контролирует наше моргание, yawning, нашу зевоту, evacuation, там, эвакуацию. And the prana, so prana indriya also means the senses. Prana indriya, это подразумевает чувства. So the powers of the senses are spread throughout the body also by the movement of prana. То есть прана позволяет чувствам распространять свою деятельность, сферу влияния через наше тело. And here, pranendriya atma, here atma means mind or chitta, the subtle body. Слово pranendriya atma, atma означает ум. And disnya tvam, или читу. Disnya means foundation or basis. Disnya значит основа. So disnya tvam means that the akash has the quality of being the foundation or the basis or the field of activity for the prana, the senses, and the mind, for all three. Стих объясняет, что Акаша является фундаментом, по полем деятельности, то есть местом встречи, местом пересечения наших индрий, чувств, ума и праны. So you can think of Akash as being like the crossroads where your gross bodily activities and your mental activities meet. То есть Акаша это своего рода перекресток, на котором встречается деятельность вашего грубого физического тела и вашей умственной деятельности, эмоционально-психологической деятельности. Just like we all came together, we met together in this room today. Вот сегодня мы тут все на этой площадке встретились, so, для премии. In your body, in the element of Akash, the activities of your prana and your senses and your mind are all meeting together. Акаша это место встречи как раз ума, чувств и праны. This is why if you do something, put some ignorant object into your senses, then it will that
influence of tamagun will meet in the akash with your mind and cause the mind to become tamasic. Это очень важно понимать, что акаша это точка пересечения деятельности ума, чувств и дыхания. Поэтому если мы съели что-то тамасичное, да, невежественное, осквернились как-то извне, то тут же вот эта пища через пересечение в акаше встретится с умом, и скверно будете себя чувствовать тут же. Пойдет отравление ума от грубого физического загрязнения. If you think the tamasic thoughts, then that will inspire the body to act. И наоборот, то же самое. Скверные мысли потом с ума идут, влияют на наши поступки, потому что когда мы начинаем действовать, греховные мысли приходят, и потом человек побужден исполнять эти желания. So it works both ways. If you eat sattvic food, then that energy of sattva will meet on the platform of akash with your mind, and your mind will become sattvic. То есть можно действовать с уровня ума на тело и наоборот с уровня тела на ум. Поели сатвичные еды, особенно махапрасада, тут же ум стал светлее. If you think sattvic thoughts, it will meet with your prana and your senses, and body will become sattvic. То же самое, хорошие мысли через посредством праны разносятся к чувствам, и тогда вы действуете благородно, добродетельно. Better still, if you eat transcendental mahaprasada. Самое лучшее, если вы почитаете махапрасаду. То есть, если вы кушаете одухотворенную еду махапрасад, думаете мысли о Кришне, это трансцендентные мысли, и тогда это все влияет на ваше тело, на ваши поступки, на вашу жизнь. So, panindriya padisyantyam, navasau, navasaha, means akash, ether, vritti lakshanam, these are the characteristics of the activities of ether. И последняя строка, как выше перечисленная, есть характеристика акаши. Alright, so we've just tried to make some basic platform. Now the discussion begins to get really interesting. Сейчас мы обсудили контур вот этой идеи, концепции того, что такое акаша. Сейчас мы будем углубляться в нее, и все станет очень и очень даже интересно. Now, the chitta, your mind can expand and contract on this platform of ether. Находясь на вот этой в среде акаши, эфира, ум может чита, сознание может расширяться и может сжиматься, уплотняться. The lower your consciousness, that means your consciousness is contracted. И чем грязнее, ниже состояние вашего сознания, тем более уплотненная ваша чита, она сжатая просто. And the higher your consciousness means, that means your consciousness is expanding. А высокое сознание означает, что сознание расширено. So, our happiness and distress in life is nothing but the contracting, is the distress and the expanding of the chitta within the akash. That is all it is. Distress is the contraction of the chitta in the ether, and happiness is the expansion of the chitta in the ether. И теперь надо понять, что то, что мы называем печалью, то, что мы называем радостью, это не что иное, как механическое расширение читты сознания и сужение сжатия. Вот это механизм радости и печали. You see, Krishna said, Ashantasya kutasukam. How can you have happiness without peace? Кришна говорит, как вы можете быть счастливыми без умиротворения? So when you feel happiness, когда that feeling of happiness is just your chitta expanding for a moment. Вот это когда вы счастливы, это не что иное, что ваше сознание растянулось в этот момент. Это состояние расширенного сознания. So, the chitta expands whenever it becomes focused on one object. А чита растягивается, как только она фокусируется на чем-то одном конкретном. So people have different approaches to find happiness. Поэтому есть разные подходы к поиску счастья. One person likes to play video games. Кому-то нравится играть в видеоигры. Because his mind is completely fixed on one thing. Кто-то вот сидит так и вот. Like that. Кнопочки нажимает, но он поглощен, потому что ум сфокусировался на одном. Distracted by anything else, so he feels that his chitta is expanding. So I like this. I'm very happy. Человек почему испытывает удовольствие? Потому что в этот момент ум не отвлекается ни на что, он полностью поглощен вот этой видеоигрой, и ему хорошо. The problem is that when he stops playing, then the chitta just goes.
collapsing back to where it was before, but now it's full of all these images and explosions and everything going on in a small space. And his mind is completely disturbed. Проблема заключается в том, что после того, как только он откладывает свой пульт, то тут же сознание сжимается. Но оно сжатое, но не только сжатое, в нем теперь полно дурных самскар, всяких взрывов, там, убийств, всякой дури. Да, и теперь это наполнено в это сжатом сознании. И вот он страдает, корчится. So the peacefulness of the mind doesn't depend on only the oscillations, but also the expansion of the mind. Because the more the mind is expanded, then even if it has the same oscillations, it's more peaceful because it's the same oscillations in a bigger space. Нужно понять, мы говорили о колебаниях, о частоте колебаний, да, что в сатве они маленькие, в раджасе они сильные, а в тамасе они уже провисают. Но тут спокойствие, наше умиротворение зависит не только от колебаний, от расширенности сознания, потому что если сознание расширено, то даже сильные скачки раджа-гуны, да, не повредят этому состоянию так сильно, как когда сознание сжато. So there's a question of not only the oscillations in the mind, but the oscillation density. If the mind is bigger, then the density of the oscillations is much less. То есть надо понимать, что не сами по себе только нас интересуют эти колебания, частота, интенсивность колебаний, но также если пространство, в котором это колебание происходит, но больше, то они меньше по силе. You see, if two people are doing the same job, but one has more expanded consciousness, he can deal with the stress without being disturbed. Whereas another person is doing exactly the same thing, but because their consciousness is more narrow, then the same oscillations make them become very disturbed, because the density is more. То есть представьте, два человека, у них одинаковая работа, да, и может там сильно много стресса в этой работе, но у одного человека очень расширенное сознание, у другого сжатого. Вот у кого расширенное сознание, он легче будет переносить вот этот стресс, он выдержит его, а тот, у кого сжатое сознание, будет очень тяжело. If your citta is contracted, then any desire that comes in the mind, it causes you to act. You cannot control it. То есть, когда чита сжатое, любое желание, даже маленькое, появилось, тут же вам вот необходимо его исполнить. Вы идете на поводу у любого желания в таком состоянии. If you put a small fish in a cup of water, it splashes around and the water's overflowing. То есть, вы рыбку положите маленькую в чашку воды, и она начнет там брызгаться, плескаться, и тут же вода будет выплескиваться из чашки. But the same fish in a big lake, you cannot make it move the water at all. Но эту же рыбу вы переложите в озеро, то никаких всплесков там не видно и не слышно от нее. So, Sri Krishna said in Bhagavad Gita, apuryamanam machala pratistam samuddhama paparavisanti adwat. If your mind is like the ocean, vast, like the ocean, then the waves of desires will come, but they will not affect you. Поэтому Кришна говорит, если сознание станет огромным, как океан, то все даже эти желания, которые появятся в нем, эти волны будут незаметны, этих желаний. Никак океан не будет выходить из берегов. This is the thing, because I want to give up desires. But when the consciousness is contracted, those desires make disturbance. And if the consciousness expands, then even if they're there, there is little effect. Все стремятся, все говорят, я хочу избавиться от желаний. Но нужно понять, что не просто тут надо избавиться от желаний. Если вы научитесь расширить свое сознание, то пусть эти желания даже в нем останутся, неважно, они уже не будут влиять на вас, будут незаметны вам. So in principle, when you concentrate on something, the citta will expand, and that in that expansion you feel happiness. То есть вот так, есть такой принцип вот этого концентрации. Если вы ум концентрируется на одной конкретной вещи, читта расширяется, и тут становится хорошо человеку. So one person feels happiness by watching TV. Поэтому кому-то нравится смотреть телевизор. Mm-hmm. But then afterwards they become disturbed. Но опять, как только телевизор включается, злость приходит, раздражение, все, хочется опять ничего не делать, смотреть телевизор. Пристрастие вырабатывается. Another person, they become completely absorbed, they concentrate their mind totally on eating chocolate. Кто-то просто жрет шоколадом. They forget the whole universe. Человек забывает о Вселенной. Вот перед ним вкусный шоколад, и все, больше нет ничего. Someone else is absorbing sex. Someone else is absorbing football. Для кого-то секс — это самое главное в жизни, для кого-то футбол. So everyone is trying to distract their mind from the reality of life, fix on one object, and when they fix on one object, then the citta starts to expand, and then when the same oscillations are in a bigger space, they feel peaceful, and they call it happiness.
То есть все вот эти пристрастия, все эти хобби, ничто иное, как наши попытки расслабить, то есть испытать вот это удовольствие, найти что-то конкретное, что расслабляет ум, ум фокусируется на этом, и нам хорошо, и мы называем это счастьем. So Sanskrit is such a wonderful language. Санскрит — это такой замечательный язык. All the words are very precisely defined. Очень четкие все термины и слова. The word for, there's another word for Akash in Sanskrit is Kha. Есть еще одно слово, которое означает Акаша, Кха. But as Krishna said in Bhagavad Gita, Shabda Khe, Parashamdashu, Shabda Khe, I am the sound in ether. Кришна говорит, я... Khe means Kha. Kha, это эфир. Khe Kha. А в эфире это Khe, то есть Кришна говорит, я звук в эфире. So Kha means the ether, Акаш. Kha, это эфир, Акаша. So, if your Акаш is... disturbed. Если ваш элемент акаши находится в раздраженном, возбужденном состоянии, so that is a bad akash. Do in Sanskrit do means bad. So dukha, dukha. То есть нехороший акаш, а на санскрите ду префикс означает плохой. То есть дукха, слово страдание, что это просто в буквальном смысле значит нехорошая акаша. So I think all of you know in Sanskrit sukha means happiness, dukha means distress, but it literally means dukha means disturbed ether, sukha means beautiful ether, peaceful ether. То есть большинство из вас знает, что на санскрите слово сукха означает радость, дукха — это печаль, грусть, но в буквальном смысле вот эти приставки, префикс су и ду означает хорошая акаша и нехорошая акаша. So that's it. Now you know everything about happiness and distress. И теперь вы знаете формулу счастья и печали, уже все, механизм того, как быть счастливым. What is directing, inspiring everyone to act? Only this addiction to somehow or other expanding their chitta, their consciousness in the akash as much as they can. That is their happiness. But they cannot maintain it, it always collapses again. Теперь вы понимаете, что все попытки людей вот это испытать радость, это вот эта попытка каким угодно способом растянуть свою читу, сознание, и тогда испытать вот это какое-то удовлетворение, спокойствие. Но оно мимолетное, потому что удержать это состояние расширенного сознания невозможно. Поэтому человек снова возвращается в состояние неудовлетворения, разочарования и терзаний внутренних. So, we have to be wise. Поэтому нужно стать мудрыми. Be intelligent. И разумными. And know how to live our life instead of being in this constant state of expansion and contraction, happiness and distress, how to gradually expand the consciousness forever. И поэтому нужно уже разобраться в том, как перестроить свою жизнь, чтобы перестать быть в таком состоянии Ваньки-встаньки постоянно, и чтобы научиться удерживать это состояние расширенного сознания. So is that possible? Вы думаете, это возможно? In Jayavadharma, Srila Bhaktivinoda Thakur describes five stages of closed or open expanded consciousness. В Джайва-дхарме Шрила Бхактивинода Такура описывает пять состояний закрытого или раскрытого сознания. First, acchadita chetana means covered consciousness. То есть скрытое сознание. That means trees. Это деревья. Mountains. Горы. Plants. Растения. Though they're living, there's a consciousness within there, but it's so contracted, the symptoms of consciousness are not clearly manifested. Они живые, там есть сознание, присущее, но оно настолько скрытое, что никаких симптомов себе, знать о себе не дает никому вообще. When the chitta expands a little bit more, then it's called sankuchita chaitana. Sankuchita chaitana — это более раскрытое. So covered consciousness, sankuchita means contracted consciousness. То есть сжатое сознание. So that is the consciousness of animals. Это сознание животных. See, the animals feel happiness and distress. Животные тоже испытывают удовольствие и неудовольствие или какое-то страдание. They have desires. У них тоже желания есть. They feel attachments. Привязанность у них есть. They even have some intelligences manifesting like monkeys, you know, they know. Даже разум смекалка. How to steal your glasses. Опыт. Обезьяны знают, как украсть ваши очки и обменять потом себе на еду. So,
In the Sankuchita Chaitanya, the consciousness is open a little bit. There are some rudimentary emotions. Clearly, manifest, you can see in animals. Эмоции, I think many of you have dogs and cats, you know the emotions of your pets. То есть, right? Многие из вас, кто любят питомцев, кошечек, своих собачек, вы гордитесь разумом их и эмоциями. Mm-hmm. Вам это приятно. То есть там есть у них эмоции, есть действительно разум. Then, the next stage, when the consciousness expands more, then that is called Mukulita Chaitana. That means budding consciousness. То есть, когда сознание уже как прорастает, как почка уже, like a flower мукулита, то есть как бутон, бутон уже подобно цветка, что вот-вот сейчас раскроется это сознание, мукулита чейтана. Human beings are from this stage. И уже человеческая форма жизни начинается с этого уровня сознания, мукулита чейтана. Now there's a more functioning intelligence and more variety, the spectrum of emotions is manifest. То есть спектр эмоций увеличен уже с этого уровня, интеллект уже крепче. So in this category of human beings, Mukulita Chaitana are the immoral atheists, those atheists who have no morality. То есть аморальные атеисты относятся к категории Mukulita Chaitana людей. And also the moral atheists, those who don't believe in God, but they have some morals, но, some ethical rules. Но также и благочестивые атеисты тоже, хорошие атеисты тоже относятся к этой категории. Они в Бога не верят, но они верят в мораль, какие-то человеческие ценности, правильного, неправильного. Then the next stage is called Vikasita Chaitana. That means the Chaitana is opening like a flower is just starting to open. Vikasita Chaitana – это четвертый этап развития сознания. Vikasita Chaitana – уже сознание распускается, как цветок из бутона. So in this category are those who believe in God. В этой категории находятся те люди, которые верят в Бога. And the devotees who are doing the sadhana, they're trying to do, have a practice to realize God. И преданные, they believe in God, but they haven't got realization yet. То есть они активно совершают попытки, действия какие-то, чтобы познать Господа. Они еще его не осознали, но они хотят и стараются при этом. Now this is very interesting. Это очень интересно. Because the feeling that, oh, there must be a God who created everything comes from the expansion of your consciousness. Сама вот эта вера, уверенность, что наверняка есть нечто, что вот, Творец, есть вот, что-то за пределами вот, нашего существования. Эта сама вера возникает из-за раскрытого состояния сознания. And that is a Vikasita Chaitana. And the absence of belief in God, the atheism, comes from the Mukulita Chaitana. The consciousness is more contracted. Атеизм, то есть отсутствие веры в Бога, вызван лишь исключительно вот этим сжатым состоянием сознания. Because the more contracted the consciousness is, then the less you can intuit the chain of cause and effect of the world around you. Чем грубее ваше сознание, чем оно сжатее, тем труднее вам даже наблюдать, отслеживать цепь причины следствия. Вы даже не видите ничего. So we can give a simple example. Простой пример приведу. If you throw a pebble at a cat, если вы бросите камушек в кошку, then the cat will watch the pebble bouncing. Кошка будет смотреть на камушек, как он отскакивает, 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 вращается. And then the cat will watch the pebble moving, 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 moving until it stops. Кошка не сводит глаз этого камушка, пока он не остановится. And then the cat's thinking, now what is he going to do? Потом кошка думает, что сейчас он сделает следующим. Because he thought that the movement was the pebble itself is doing the, his causation, his idea of causation stopped with what he sees right in front of his eyes. Потому что сознание кошки только вот ограничивает ее в понимании реальности. Вот ей кажется, что этот камушек сам прыгает по себе, и вот она ждет, что он сейчас сделает. У нее нет доступа к более глубокой причине. То есть останавливается вот ее цепь причины следствия на этом следствии прямо. If you put a toy or something on the end of a string, игрушку привяжете, там мышку, and you pull it slowly like that, the cat will look at it, oh, it's moving, and jump on it.
Привяжете что-нибудь, фантик или какую-то что-нибудь, игрушку на ниточку, будете тянуть, кошка тут же побежит и прыгнет. If you pull again, the cat will jump again. Снова дернете, кошка снова подпрыгнет. Because he just sees the object and that's the course. Для кошки это вот это действие, это мышка там фальшивая или что-то, это она уверена, что это что-то живое, вот что-то... So you try doing these things with the dog. А теперь попробуйте сделать то же самое с собакой. If you throw a pebble at the dog, если бросите камень в собаку, the dog will not follow the pebble with that. He'll look at who threw that. Собака не станет вообще смотреть на камень, она тут же посмотрит вверх, пытаясь понять, кто бросил это в нее. Because his consciousness doesn't stop directly what he sees. He can, his intelligence is more expanded than the cat, and he's saying, oh, this stone is not attacking me, someone threw this stone. Like that, he's looking for another cause. Разум собаки посильнее, чем разум кота, то есть сознание более раскрытое, поэтому цепь причины следствия уже идет глубже. Собака понимает, что это не камень, еще сам не прилетел к ней. Кто-то его кинул, и надо понять, кто, и разобраться. So I'm just illustrating the principle that the more contracted your consciousness is, the more you see the appearance of things, and for you, that becomes the last word, that's the cause of what's going on, directly what you're seeing. And the more your consciousness is expanded, the more you can think conceptually that beyond this, there is another cause, another cause, another cause. То есть вот эти простые примеры, это иллюстрация вот этой идеи, концепции того, что более расширенное сознание дает вам более глубокое, далеко идущее понимание, отслеживание цепи причины следствия. То есть всегда вы будете докапываться, а за этим что, а за этим что, а за этим что. So in the same way, those human beings who have mukkalita chaitana, they look at the world and they think what they're seeing in front of them is the cause. They cannot understand that behind this, in the end, janma yasya yataha. И вот эти люди the cause of everything is God. В состоянии мукалита четаны они ограничены в своей способности воспринимать реальность, то их они довольствуются вот этими видимыми какими-то следствиями, как будто бы это причины их существования, и глубже не копают. Они не понимают, что за всеми этими слоями, бесчисленными, Верховная Личность Господа. So the belief or the non-belief in God is not a function of how smart you are or anything. It's a function of how contracted or expanded is the mind in the Akash. И поэтому важно понять, что вот эта вера или отсутствие веры в Господа, это не результат того, что человек умный или глупый, а это именно связано с состоянием сознания. Расширенное сознание дает человеку веру в Бога. Now, in all the religions of the world, there's a concept of sin. В всех религиях мира присутствует концепция греха. So, really, if you want to know metaphysically, absolutely, metaphysically, what is sin, means any activity which causes the contraction of the citta. Если на уровне метафизики разобраться в том, что такое грех, это любая деятельность, которая влечет за собой сжатие сознания. So, in Christianity, they say that sin separates you from God. В христианстве считается, что грех отдаляет нас от человека от Бога. So that's a fact. Это факт. If your consciousness is expanded, you intuit the presence of God everywhere and everything. But if you do sinful activities, then the activities that cause the citta to contract, and then you make a causal closure, and you close the circuit, there's nothing. То есть, чем шире сознание человека, тем легче ему даже интуитивно понимать, что есть какая-то высшая сила, есть Бог. Автоматически это происходит. А если сознание сжатое, то он будет эти барьеры ставить очень близко к вот, грубой реальности. Вот это и есть все, что в жизни. This is why we don't do pap. That means the sinful activities. Because it's just going to contract our consciousness, and it makes you become more and more dukkha. Поэтому и мудро избегать греховной деятельности, потому что каждый греховный поступок будет сжимать ваше сознание, и это повлечет не что иное. Because you have dukkha, bad space. То есть дурное будет, акаш будет у вас плохое. Плохое акаш, значит что? Вы не будете счастливыми. Автоматически это механизм счастья. So. Mukkalita Chaitana, then Vikasita Chaitana, those who believe in God, and those devotees who believe, and they're trying to do sadhana, a process,
to realize God, they're also in that category of the vikasita. Vikasita chetana, распустившееся сознание, как раз относится к категории верующие люди и преданные, которые верят в существование Господа и активно пытаются заниматься практикой, чтобы осознать его. Then last one is called purna vikasita chetana. That means completely blossoming consciousness, like a flower that's completely open. И пятая ступень раскрытия сознания пурна викасита чейтана, то есть уже полностью распустившийся цветок сознания. That refers to the devotees who have attained bhav. That means their heart is melted with the influx of the Krishna's spiritual energy, and they're having realization of the transcendental realm. That is fully blossomed consciousness. Пурна викасита чейтана, полностью распустившееся сознание, это уже уровень преданных, которые достигли уровня бхавы, любви Кришны. Они заполнены полностью сварупа шакти Кришны, любовью к Нему, и они находятся в этом полностью раскрытом состоянии сознания. So Chaitanya Mahaprabhu said, Sreya Kaira Chandrika Vitaranam. The chanting of the holy names is like the moonshine that causes the night blooming lotus of your heart to open and become purna vikasita chetana. То есть Чайтанья Махапрабху поэтому говорит, что воспевание святых имен подобно действует подобно лунному свету, который помогает цветку сердца распуститься, то есть сознание начинает раскрываться. So now you understand everything. Теперь вы все уже поняли. About the nature of this world. Теперь вы знаете о том, как действует этот мир. То есть what kind of activities look like they will give you happiness, but it's only a momentary expansion followed by contraction. То есть вы должны понимать, what path of activities, that is bhakti, chanting the holy names, slowly opens the consciousness fully for eternal happiness. То есть вот теперь вы оснащены знаниями, которые помогут вам каждый раз делать правильный выбор в пользу той деятельности, которая не обманчиво обещает какое-то расширение сознания, мимолетное, а потом приведет вас к краху, а то, что даст вам постоянное расширение сознания, устойчивое, которое приведет к полному раскрытию сознания. So, don't be under the control of the contaminated mind. Поэтому не подчиняйтесь влиянию оскверненного ума. If you wake up in a bad mood, если вы проснулись в плохом настроении, know, but just hypothetically. Я знаю, что никто из вас в плохом настроении никогда не просыпается, я просто гипотетически это говорю, then you о других. Then you can just say to yourself, oh, the dukkha, I have some bad ether. То есть, если проснулся кто-то, не вы, конечно, в таком дурном настроении, all I need to do is expand it a little bit. И нужно просто сказать, так, нехорошая каша сейчас, надо как-то там... Shall I go for the cappuccino? Сейчас капучино заварить. That will expand it pretty fast, but it's gonna snap back again. Это мгновенно расширит кашу, но, конечно, потом все крахом закончится. Or maybe I should offer arti to my Thakurji and loudly sing, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Может лучше встать, помыться и пойти арати такую провести и спеть святые имена? Громко спеть. So, if you are thinking about worldly things, these worldly things are small. Если вы думаете о мирском, все мирское, оно мелкое. All these things going on in this world, they're small, petty, insignificant, temporary things. Это все мишура, потому что это все неважное, совершенно неважное, мелкое, незначительное. So when you apply your mind to them, then your mind just contracts and you feel sadness. И автоматически, если ум поглощен мыслями о бренном, да, то ум тут же сжимается, потому что это вы думаете о неважном и мелком, и мышление о мелком приводит к сжатию сознания. But when your mind comes in contact with Krishna, this is not a small thing. Но если ум задумался о Кришне, то Кришна не является чем-то незначительным. Кришибувар, Вачакаша, да. The syllable Krish means all existence. Сам слово Криш подразумевает все существование. And Anna means Nirvritya. Ananda, unlimited joy. Она означает безграничное блаженство. So as soon as you chant Hare Krishna, now your mind is coming in contact, at least
if not directly, but at first theoretically, you are meditating on, you are fixing your mind on the vast entirety of all existence, who is a person and who is blissful. И как только вы произносите Харе Кришна, вы обращаете свой ум к этой тотальности всего существования и радости. И может конкретно сразу ему не удастся соприкоснуться с ним, но все равно взор ума обращен в направлении этой тотальности бытия и тотальности блаженства. Krishna is sarva karana karanam, the cause of all causes. Кришна является причиной всех причин. So if you're worried, you're disturbed about life, you became like that cat looking at the pebbles. Если в жизни вы начинаете нервничать, переживать, дергаться, то это значит, что вы... Oh no, World War III is coming. Вы не лучше этого кота, что вы вас дергают, и вы думаете, все, начало Третьей мировой войны. Мяу. Then you became like that cat. Зачем вы лучше этого кота? So don't worry about anything. You chant Hare Krishna, then Ishvara Parama Krishna, Sachidananda Vigraha, Anadi Radhe Govinda, Sarva Karna Karna. You have not stopped at the cause immediate, but you are going to the end of the chain of all causes. There is beautiful Krishna in Vrindavan. Поэтому старайтесь мыслить глубже, иметь глубокое видение, широкое видение. Не зацикливайтесь на вот этом всем бренном, мирском и мелком. Не переживайте ни о чем. Посвящайте всю свою энергию воспеванию святых имен Кришны. И это расширит вот это. Он причина всех причин. If you chant the name of Krishna and meditate on the meaning, who is Krishna, then there is no doubt about it that your chitta must expand. Это гарантирует расширение читы, если вы будете повторять имена Кришны и размышлять о том, кто такой Кришна, его качество, его шакти, то однозначно ваше сознание будет продолжать раскрываться и раскрываться. So, where does this expansion go? И в каком направлении, как происходит вот это расширение сознания? The ultimate expansion of the mind is when the mind becomes tadatmik. That means it becomes one with your swarup, your transcendental spiritual form, in which you can serve Krishna in the spiritual world. Где предел этого расширения? That is the destination of the fullest expansion of the chitta. То есть полные рамки предела расширения сознания — это тот момент, когда ум становится одним целым с вашей духовной сварупой, вашим духовным телом, которому вы можете служить Кришне. So, how does that happen? А как это происходит?